первый рабочий день 2019 года в России вступили в силу изменения масштабной трехэтапной реформы страхования автогражданской ответственности. Первые изменения, которые заметят автолюбители, коснутся базовой ставки полисов ОСАГО. С 9 января расширился тарифный коридор по ОСАГО. То есть теперь у страховщиков появилась возможность назначать базовый тариф в зависимости от ситуации в конкретном регионе. И он изменился на 20% как вверх, так и вниз. Это означает, что в теории минимальный порог базовой ставки в Нижегородской области может составить 2746 рублей против нынешних 3432 рублей. Другие немаловажные изменения затронут коэффициент возраст-стаж. Раньше он имел только 4 значения, то сейчас система стала более гибкой, она насчитывает 58 значений. То есть таким образом появилась возможность снизить стоимость полиса ОСАГО для более опытных возрастных водителей и увеличить ее для молодых и неопытных. Еще одним важным изменением первого этапа реформы автострахования станет упорядочивание коэффициента бонус-малус. Теперь у каждого автовладельца будет только один коэффициент, который будет присваиваться раз в год 1 апреля и не будет меняться до конца марта следующего года. В ситуации, если у водителя будет обнаружено несколько коэффициентов, то ему будет присваиваться минимальный. Кирилл Васенин, Владимир Лисик, служба новостей, Саров-24.